Всем привет, с вами Панков. Игорь, иди сюда, вот. И сегодня у нас небольшой семинар по рислокам. Я покажу, как делать болевые на запястье. Я их сам люблю, мне его недавно сделали, тоже очень хорошо. В принципе, это классные болевые, которые разрешены с синего пояса, то есть они фактически доступны каждому, да, то есть синий пояс, то каждый лох получает. Вот, и они очень сильно помогают разнообразить ваши атаки. Саня, не надо, пожалуйста, сюда ходить, сюда здесь снимай, встань туда, пожалуйста. Ох, вытяжу людьми. Вот. Начнем мы вообще с того, чтобы понять, как делается рислок, да? Какие у него механики и куда нам давить. Итак, ребят, вы можете подойти ближе, только за Рому как бы не заходите, чтобы в кадр не попадать. То есть вот Рома — это линия, вы можете стоять ближе. Итак, вот у нас есть запястье. Ну, на видео надо просто что-то сказать завершающее, да, поэтому я что скажу-то. Рислоки — это хорошо, рислоки — это клево, рислоки — это шашлычок на берегу моря.